Здесь кто-то есть. Итак, это фанатская игра по Undertale, которая рассказывает о таком существе, ну, монстре, в данном случае, под именем Red. И это битва с ней. Наверное, это она всё-таки. Давайте сначала проверим её. Окей? Red, 8 атака, 4 защита. Следил за вами. Должно быть, хочет быть друзьями. Может быть. Так. Будем пока играть на пацифистский путь, и пока что это очень просто. Использовать какие-то пилы. Red выглядит озабоченной. Интересно, чем? Ладно, я не знаю, как насчет. Как насчет ты сделал самое лучшее выражение Санса. Это невероятно. Простите меня. Я сам не понял, что я не сотворил, но это уже немножечко сложно становится. Но она всего лишь 3 урона не наносит, так что нормально. Red пересматривает свои возможности. А я буду шутить. Ага. Это отвратительно. Мы... Серьезно делаешь это? Ты серьезно делаешь это? Не важно. Ну-ка. Я вроде как научился. Ага. Из свежего материала ты вспоминаешь интернетный мем. Я знаю. Не такие. Но она... Red схватывает свой капюшончик, вот этот вот. Нервозно. Не знаю, я шедеврально переводит, но... Это так. Она охреневает собой, что я ей говорю вообще. Ну-ка, чё он говорит? Red calls a timeout. А. Red просит тайм-аута, чтобы она могла... очистить ее капюшон. Ладно. Шутка. Ты импровизируешь шутку настолько смешную, что даже чувствуешь себя гордым. Red уже слышал это. Понимаешь, что происходит здесь? Нет. Пахнет помидоранатами. Ладно. Ты сделал некоторую шутку про кролика. Смешно. А! Знаешь что? Если ты не хочешь... взять это серьезно, я сваливаю отсюда. Пока. Что? Что? Мне даже выбора не дают, чтобы сбросить или сдохнуть. Так, ну давайте тогда попробуем на пацифистский путь. Я так понимаю, что шутить больше особо не нужно. Тогда просто поговорим. Ты приветствуешь своего нового гостя. А? Да, игра довольно сырая, здесь бывает много багов. Например, мне пришлось как минимум 2 раза перезапускать эту игру из-за нескольких... приятных багов. Red просит тайм-аута, чтобы она могла почистить свой капюшон. Я не знаю, что она говорит, ладно. Ты спрашиваешь Red о ее дне. Эй! Отвали! Наверное, делает вид, что не хочет.
Ред сжимает свой капюшон нервоз. А, я случайно шутку сделал опять. Боже. Давайте. Ты говоришь, Ред, про путешествие, которое ты сделал, и о друзьях, которые ты тоже сделал. Ты вообще слышишь меня? Уже лица. Ты говоришь, Ред, что ты не хочешь сражаться. Четвероточие. Нет, это... Это пятиточие, да. Пятиточие, пятиточие. Пятиточие, пятиточие, пятиточие. Троеточие... Да что с тобой не так? Просто... Стоишь, пытаешься сделать... дружелюбную беседу среди битвы. Кто ты, кто? О, уже шеститочие. Шеститочие, троеточие. Знаешь что? Нет, если ты не хочешь сражаться, ты тоже не хочешь, я заставлю тебя. Я надеялся. Боже, что? Что? Оу, что за... я на такое не... Ред, 8 атака, 12 защита. Они позволяют детям идти в королевскую стражу. И музыка. Ты думаешь, я уже не слышала об тебе? В смысле? Как это... Мне надо похилиться. Это хот-дог, фламбер. Съел луковые колечки. Ваше ХП было максимально. Новый ворлд, новый мир открылся для нас. Я никогда не был так взволнован. Гау-гау, лав-лав. Она типа... То, что слышала от других. Ей, видимо, не нравится то, что я со всеми... Кому-то нужно успокоиться. Да ладно! Это, наверное, мне. Ну-ка, шутка. У тебя какие-то проблемы с тем, чтобы какой-то хороший материал использовать. Что за... Бред! Ты бред! Я понял, с этим будет проблема. Это типа я должен угадать, какое оно попадет. Так, поговорить. Ты пытаешься сказать что-то, но грубо ребенок Ред просто не слушает тебя и продолжает. Судя по всему, действовать не будет хорошим, пока она не устанет. Я понял, то же самое, что и с Сансом. Надо просто долго с ней сражаться, пока она не устанет. Ты человек! Ты последний ключ к нашей свободе! Ай, это уже становится сложнее. Ред пытается забыть шутку, которую ты сделал ранее. Это не работает. Флирт? Ты... пытаешься соблазнить. Ред не знает, что с этим делать. Ты, может быть, ты можешь быть милым сколько хочешь, но это ничего не поменяет. Что? От этого даже как-то можно вернуться. Ладно, просто буду ждать. Это даже... Не все, которые идут на твой путь, не правда? Так и не понял, что она хотела это сказать, но я вроде как умею уворачиваться от этой хрени. Но если честно, у меня уже ХП уменьшается, так что... Зачем тебе? Я бросил палку. Ты бросил палку, Ред сражается с желанием поймать ее. Так, поглощен
желание подружиться со всеми, кого ты встречаешь. Что ты отбросишь свою жизнь просто чтобы сделать это. Целых две уже граждан. Нет, только не кам. Наша надежда на тебе. Суко! Оставайся решимым. Чё, заново? Боже. Я понял, попадаться под эти хрени не стоит. Как хорошо, что сразу. Да-да-да. О. Ну сейчас, волшебный монтаж. Кингу Куримузум! Зачем вообще волноваться насчет этого? Просто хочешь, чтобы тебя убили. Нет, я просто хочу, чтобы эти люди были свободны. Все те монстры, которых ты подружился, это сломает их сердца. Уже 4! Как вы вообще думали? Так, я снова вернулся к этому месту. Так, что с тобой не так? Я просто хочу жизни. Я все равно, слушай, тебе грех жаловаться, я все равно в следующем разу тебя убью. Сказать это. Почему ты не сдаешь сдачи? Не хочу и все. Беспорядок. Почему ты не сражаешься? Господи, а может вообще пусть будет 6, чтоб прям иди. Жив еще, я жив. Зачем я палку? Почему ты не сдаешь сдачи? Как я должен издеваться? Как я должен от этого уворачиваться? 4 хп. Один удар, я все, я не хочу. Это ее последняя атака. Что она творит? Что она творит? Успокойте его! Нет! Нет! Я не хочу! Я ненавижу это! Я ненавижу это так сильно! Троеточие. Чек. 8 атак. Нужно какое-то подбадривание. 0 защиты, то есть я могу ее сейчас убить? Я не буду. Я что, сумасшедший? Шутка. Ну да. Поговорить. Ты спрашиваешь, Нед, что не так? Ты помнишь Канин Юнит? Правда? Я не помню. Если ты проходил через Сноудин, ты должен. Что ж... Я слышала, как они говорят о тебе. Это напугало меня. Не за мою безопасность, а за твою. Я бы хотела думать, что я не ужасный боец. Но потому что вещи, которые они говорят про тебя, они были такие позитивные. Они все выбрали тебя своим другом. Но дело в том, что еще ни один человек не проходил через Аскора. После того, как он объявил войну всему человечеству, 6 падших душ были превращенные в 6 душ. И я думала, ты будешь таким же. Если бы ты
Будешь добр ко мне, просто чтобы быть убитым нашим королем. Я не хочу. Я не знаю, что делать, чтобы я сделал. Я не хочу потерять кого-то еще. И я сделала моё все, что могла, чтобы отшить тебя. Я отказалась. Быть человеком, который отказался, короче. Тогда ты наконец появился. Спрашиваешь про мой денёк. Показываешь какой-то концерт. Пытаешься заставить меня смеяться. Боже, я ненавижу каждую минуту этого. Но, я думаю, тебя никто не остановит, а? Ты злая, всеуничтожающаяся машина дружбы. Так, спасибо за то, что был таким... терпеливым и прости, что я пыталась тебя открыто разрезать на несколько частей. Я думаю, эти вещи с каждыми происходят. Ред чувствует себя гораздо лучше. Я могу ее уже пощадить, но я хочу с ней поговорить еще. Верить. Ред 8 атака, 0 защита. Новый труп. Ну да. Рубка. Ты сделал лучшее урожение солнца, это невероятно. Ты пытаешься сказать свою любимую шутку, но но в результате ты перемешал все слова. Ты немного. Тебе стыдно, но ты, наверное, будешь потом смеяться об этом. Да-да-да. Ред тоже слышал это. О, боже мой. Ладно, поговорим. Ты спрашиваешь Ред о ее дне. Я бы сказал, это теперь лучше. К тому же я... сейчас очень голодна. Мы все знаем, что паниковать с мечом очень много энергии выносит из тебя. Хочешь гламбургер? Ты поделил гламбургер с Ред. Ты установил 13 хп, хп Ред были максимальны. О, найс! Спасибо. Ты бросил палку. Ред поймал ее своим ртом. Она очень гордится собой. А, ты видел это? Это высокоуровневый уровень, который ты только что получил. Я тебе всю еду отдам. Что? Это же коричневая булочка. Они мои любимые. Боже. Салат. О, приготовленный мячик тенниса. Вот что такое собачий салат. Ладно, крэмберри. Спасибо. Ты съел одну половину пикси и дал остальную половину Ред.
тоже ХП, ее ХП. Погоди, у тебя есть больше? У меня осталось только палочка. Давай поговорим еще. Ты спрашиваешь Ред про Дандалиона, который ты видел раньше. А, это, видимо, те цветы, которые падают. Ну, ты знаешь, эти, они, кажется, здесь. Но это странно. Я никогда не видел их растущим. Ну, растущим где-нибудь. Но они всегда в воздухе парируют. Но я замечала, что они очень вымораживающие. Я иногда прихожу сюда, чтобы посидеть и успокоить себя. Но тогда я начинаю думать о вещах и о всяком беспорядке. Ты спрашиваешь Ред про ее рутину. Так, знаешь, ты когда-нибудь видел, вставьте сюда любое название аниме, два, вторую часть. Каждое утро я всыпаюсь, включаю ВХС и в слот просто вхожу в это. Как будто вот все вот эти вот сцены сражений действительно были нужны. И новые персонажи, они... Она гораздо подходит к моим вкусам. Но... Ставьте сюда любое название аниме. Действительно нужен был продолжение. А? Слышал, что это отвратительно? Слушай, я не знаю, какой застрявший ботаник тебе это сказал. Кто бы они ни были, они должны взять свои вот эти вот ностальгические очки и вдохнуть хороший такой воздух качества сиквела. Потому что ты нюхаешь своими глазами. Ты не можешь ни о чем больше подумать, о чем поговорить, поэтому вы просто сидите и смотрите на Дандалиона. Блин. Я могу ее, кстати, сейчас убить. Я что? Я что? Свинья, что ли? Я не буду. Может быть, я и сделаю геноцид, но настолько, чтобы быть свиньей, что сначала с ней подружиться, а потом убить ее? Ну нет, я так не сделаю. Ладно, пощадите. А? Ты уже уходишь? Ну, я думаю, тебе есть места, куда надо идти. Король ждет. Асгор, наш король. По причинам. Но просто, что он сильный, не значит, что он злой. Если ты его мило попросишь, он... Ты можешь быть другом с ним тоже. Увидимся. Чемп. Никого особенно не убивай, ладно? Если ты сделаешь, я буду очень грустной. Так, не делай этого. Ладно? Она милая. Анна... Red Tail. Special Thanks, Toby Fox, Demi Chang. Undertale создана, Toby Fox. Блин. Мне очень нравится эта фан-игра тем, что она вот прям очень похожа на оригинальный Undertale. Вот она прям вся пронизана, вот автор, который это сделал, он очень сильно косил под оригинальный Undertale. И у него получилось. Если честно, у меня такое ощущение, что сам Toby Fox помогал с этой штукой. Она и правда сделана круто. Звонок. Привет. Боже, наконец-то. Я пыталась позвонить тебе, наверное, 1000 часов уже. Папайрус очень волновался о тебе. И теперь он не может перестать делать то, что он называет
Спагетти отчаяния. Это очень-очень солёно. Какого черта ты вообще? Куда ты ушел? Что? Ты вообще туда забрался? Ты даже не можешь выйти отсюда. Что ж, тебе лучше повернуться. Там большая, ультра, сильная, супер, отвратительный монстр здесь. Да. Он тебя точно и забьет. Ты ее встретил, да? Она хороший ребенок, ты знаешь. Ты, возможно, думаешь, она немного слабая для королевской стражи. Но по причине... По некоторым причинам королевская стража что-то вроде единственной семьи, которая у него была. Я... пыталась ее убедить, чтобы она не сражалась с тобой, но звучит так, как вещи сработали как должны быть, я думаю. Смешно, если ты думаешь об этом. Ее страх за... создавание и потери человеческого друга выглядели для меня очень глупыми. Но сейчас, как твой беспрекословный лучший друг, я могу сказать, это 100% легально. Так что не умирай, пожалуйста. Или я... Или ты уберешь от моих рук. Щелчок. Звонок. Погоди! Так, я совершенно забыл о тебе, как вернуться. Там впереди ядро. Но это не будет легко. Это будет сложно, ты будешь страдать. Я надеюсь, что ты готовился к этому, потому что я тестирую всю твою душу и все твои... Все твое желание существования. Но с моим прекрасным чутьем ты, возможно, выживешь. Готов? Ты готов? Отлично! Вот что ты должен делать. Сам пытайся найти, как ты должен вернуться, потому что у меня нет идей. Давай! Иди, ботан! Щелчок. Сброс. Настоящий сброс. Кнопка «Настоящий сброс» исходит лишь тогда, когда мы получаем одну из нескольких концовок. Всего, я так понимаю, в этой игре две концовки, а может и три. Не особо знаю. Но я думаю, это будет интересно. Я потом сниму видео про геноцидный рут. Там будет что интересного. Все, давайте. Видео и так долгое. Oh,